Бой восьми конечностей, так часто называют муай-тай или тайский бокс. Этим видом спорта занимаются по всему миру. Вид боевого искусства из Таиланда был официально признан в начале 20 века. Лучших спортсменов Ульяновска выбирали на чемпионате и первенстве города. В соревнованиях приняли участие 220 ребят из областного центра и соседних регионов. В самом Ульяновске у нас порядка 5-6 клубов по тайскому боксу, но они развиваются, потому что приходят ребята из других видов спорта, как и выступают на соревнованиях из других видов спорта. Это хорошо, должна быть у нас такая коллаборация, объединение. Ребята знакомятся, тем более в юношеском возрасте. Кто-то приходит, кто-то уходит, но идет толчок. Чем мы больше ребят придем сюда, тем больше мы идем с улицы. В отличие от обычного бокса или же тхэквондо или кикбоксинга, в муай-тае разрешены удары руками, ногами, коленями и локтями. Этот вид спорта включает в себя сочетание бросков и скруток. В чемпионате участвуют спортсмены от 10 лет и старше. Соревнуются мальчики и девочки в разных весовых категориях. Поединки у маленьких спортсменов отличаются более щадящими условиями. До 12 лет удары в голову строго запрещены. Кстати, параллельно с боями на татами соревнуются и совсем маленькие ребята от 6 до 9, которые только начинают свой путь в спорте. Это довольно масштабное мероприятие. Наверное, это одно из самых больших в нашей истории федерации. Федерация у нас молодая. Считайте, 6 лет активной работы мы ведем. И за эти годы у нас уже немало сильных спортсменов. И ребята, они, начиная с таких турниров, как чемпионаты первенства города, как городской фестиваль, уже двигаются дальше на областные турниры. Победители чемпионата и первенства отберут в сборную Ульяновской области. В дальнейшем спортсменов будут ждать соревнования на уровне Поволжья и чемпионат России. Анна Тищенко, Улправда ТВ.